О, это мангл. Мангл? Да, я думаю, это фантом мангл. Проверяем. Ну, Серега, ты задрал! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кошак, Серега, King on Fire, Dark Dragon, как всегда, отличнейшее настроение. Пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Всем привет! Я вернулся. Сегодня у нас очень классная рубрика, которая заходит всегда в тренды. Угадай аниматроника по звуку. И сегодня у нас немножко будет по-другому правила сделаны. Серега будет брать аниматроника, мы будем здесь ширмой открывать и закрывать, смотреть, кто там. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Он специально берет сложных, чтобы нам было очень тяжело. Я думаю, это из FUPA PR 3. Какой-нибудь. Сейчас скажу, кто это. Это Фантом Мангл, я думаю. А вы как думаете, кто это? Я думаю, это Фантом Фредди. Больно он страшный. Не, знаете, я скажу честно, это Фантом Пони, это больше к нему в звук бьет. Чё, открываем? Давай. Никто из вас не угадал! Вот ты блин, а! Серега, ты сильно хитрый жук, такие как и я. Закрываем ширму, давай еще раз нам что-то веселое. Так, сейчас, надо что-нибудь такое. Такое, чтобы нам было прям сложно угадывать, как в первый раз, который мы не угадали. Хорошо. Давай. Пиццерия красивая очень. Добавили оптимизацию и сделали классные тени. Это Фокси, это же легко, да? Да, это Фокси. А какой? А ты, блин! Это не Фокси! Хорошо. Да ну хватит убивать! Мы же добрые. Так, давай следующего аниматроника. Сейчас. А он специально так делает. Мы уже записывали, это третья серия по этой рубрике. Он знает, как схитрить и обмануть нас. Слушаем. Сейчас будет. Уже было, было, было. Как, пацаны, вы думаете, кто это? Сложно. Марионетка, да? Или Лефти с FNAF 6, или марионетка? Ваши Серега, я угадал, я угадал! Ой, извиняюсь, обстоятельства. Написали подписчики в комментариях, что Лефти и марионетка это одно и то же, потому что марионетка сидит внутри, поэтому она такой же звук издает. Так, слушаем. О! О, это мангл. Мангл? Да, я думаю, это фантом мангл. Проверяем. Ну, Серега, ты задрал! Я тоже думал, что это мангл, даже был уверен, что это она. Я не угадал. Ля крыса. Ну хорошо, хорошо. Серега, давай это так, чтобы мы угадали хоть раз в эту серию. Это, короче, знаете, что надо, пацаны? Нажимать кнопку и текать, если мы не угадали. Экзоскелет, да? Это экзоскелет. Это кто-то из второй части. И мне кажется, это экзоскелет, да. Экзоскелет? Папа Тенда. Есть, мы угадали. Угадали, мочите меня. Стой, 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 я это сейчас сделаю с удовольствием. На! Ай! Отлично, ребята, мы же забыли, что если мы угадаем, Серега погибает. Я угадал. Молодец, тебе медаль надо вручить за первое место. Нет, по всем лучше. Ты спас наши души. Временно. Так. Ой, это что-то вообще незнакомое. А, я знаю, это Фантом Бонни, который черный такой. Да, Серега. На! Виктор Кошак, классно, что с вами пошел. Будем мы Серегу сегодня наказывать и наказывать. Так, сейчас, подождите. Давай, я давай. Я думаю, кого бы взять такого. Чтоб тяжело было угадать. Там с Кэндиса, ты же помнишь, за классные звуки вроде издают? Да. Я не буду брать с Кэндиса. Ля крыса, молодец. Так. Что-то так, знакомое. Это Фокси, а какой точно не помню, но это Фокси. Он пугается, типа, света, я помню. А, я помню, это я понял, кто. Сейчас скажу. The Pirate Fox, наверное.
Нет, кошьяк! Ну, блин, похожий звук! Я специально взял, потому что похожий звук, чтобы вы это, ну, не запалили. Да ну молодец, Серега, у тебя получилось все. Я угадал, это с какой палки, но не угадал, кто это именно. Так, давайте будем внимательно, давайте будем больше рассуждать, чтобы точно мы угадывали. Ну, звук такой же самый, как угадать? Так. Это не Фредди, это не... Или это Фредди? Фокси. Это Фокси, но он с другого мода, заметить. Мне кажется, опять сейчас. Но я думаю, тоже Фокси. Так, все, отвечаем Фокси. Но, ну какой это звук? Да что, разве такой реально звук издает? Да. Да ну блин, ну как? Ну блин, ну мы хотим угадывать такие звуки, а мы не можем. Так, Серега, у тебя реально получается запутать нас. Очень сильно. Блин. О! Это Биби. Балун бой, да. На! Нет, он это не балун бой! Это балун герл была! Нет! А кто это был? Герл, это балун герл. А. Ой, извини. Что весело было, ну нормально. Серега, мы не угадали, я так понимаю, да? Да. Ну хорошо, хорошо. Получилось запутать нас опять. Так, ну что, кто там у нас? О! Это... Я знаю, кто это. Я знаю, это черный... Черный плащ. Он придет и замочит всех. Сейчас. Это, блин, ну я вот помню. Я же помню. Во, нет, да, нет. Сейчас. Это... Ну это эндоскелет, который стоит... Пупит Эндо. Нет. Да голамба! Это спринг Эндо. Мне кажется, это спринг трап. Может, нет. Давайте хорошо подумаем. Может, это сейчас пупит Эндо, он и взял специально. Да не, это слишком, знаешь, такой нажористый звук для Эндо. Это, наверное, может, это... Может, спринг-трап все-таки он так перемещается, звуки издает или нет? А может, это CDFKFG? Ну, мне кажется, он бы там галлюцинации нам давал, если бы был он. Может, это спринг-трап? Скорее, вот видишь, все за спринг-трап. А я CDFKG. А, никто, блин! Да, ну, блин, Сережка, ну что ты такой злой? Хэштег, комментарий пишите, Серега злой аниматроник. Да, я злой. Злостный. Аниматроник. Бейте его. Я вас первый побью. Так, ну что, давай нам дальше запудривай мозги. Сейчас. Профессиональный запудривальщик. Так, я слышу, взял кого-то. Нет, так, не взял. Так, нет, это не издает звуков сейчас. А представьте, он издает звуки, а перед тем, как мы выбираем, он меняет аниматроника специально. Ладно, гоню, я уверен, такого нет. Но я бы так сделал. О, было уже. Purple Guy. Блин, ну мы же уже в той серии угадывали вроде бы. Блин, что-то знакомое, точно из третьей части. А кто не знает? Блин, ну кто же это? Серега, кто это? Может быть, это как раз вот этот Phantom Spring Trap, о котором ты говорил, Димас? Да, Phantom Spring Trap. А да нет. Ты задрал, Сережку! Ну блин! А. Такая рубрика сложная. Я всегда думаю, что мы сейчас будем играть, и мы запишем там, где мы все угадываем, профессионалы. Нет! Я специально так беру, чтобы вас запутать. Профессиональный запутывальщик. Да нам вообще зазубрил всех этих звуков. Так, давай. С каждым разом мы все равно будем записывать рубрику, и будет только, что мы будем очень много раз угадывать, потому что все больше и больше мы не угадываем. Ну что, давай. Фокси. Или Бонни. Или Бонни. Нет, ребята, он специально взял этого аниматроника, чтобы мы не угадали. Это... Они бегают... Сейчас. Five Nights at Freddy's просто. Я думаю, что это Golden Freddy. Как вы думаете? Я думаю, это Фокси обычно. Это Бонни, может быть. Никто из вас не угадал. Да ну блин, ну это же он был. Я тебя съел. Да ладно.
Хорошо, хорошо, замочил. Почти. Хорошо. Тогда они звуки одинаково издают. Но я угадал, что это пилпак самый простой, да, Серега был? Они так все топчутся. Фредди, обычный да. Фредди. Готовы? Да. Давай. Ой. Так уже угадывали когда-то, но сейчас мы не угадаем, я уверен. Это не Фредди, по-любому. Нет, это не Фредди. Это знаете, кто это? Это Твистед. Да. Твистед. Я думаю, что это Твистед Бонни. А я думаю, что это Твистед... Все-таки Голден Фредди. Это Чиком. Нет. Слышь ты, задрал! Это Найт Бёрд. Да ну хорош не угадывать, пацаны. Что вы как я, не понимаете? Давай-ка вам под нафу. А ты блин. Ждаем вот прям вот никак. По-другому, и тут на тебе, вылази. Не, ну мы на тебе, я один раз даже думаю, ну точно угадали, 100%. Да, дирижабль. Конечно. Давай, Серега, удиви нас еще раз. Так, слышу. Слышу. Знаешь, кто это может быть, Дим? Да. Это как те сломанные могут вообще совсем быть. Кэндисы? Не-не-не, из Фредди именно. Сейчас скажу примерно. Давай, давай, не будем спешить. Мне кажется, это из Визера. Да, нет, это из Кэндис. Там вроде Ред или Кэт так бегает. А, точно, точно, точно. Я уже помню. Я думаю, что это Кэт. А вы говорите Рад, чтобы было с большей возможностью угадать было. Да, я тоже думаю, это Рад. Не угадали, это план. Да ты задрал, Бланкович! Бланк, это Бланк. Вы были близки, но, к сожалению, нет. А, Визард Бланк! Да. Ну и что я ты? Я специально его взял, чтобы вы не отгадали. Ну, мы угадали в пилпаке, мог бы там ногу только откусить. А я не могу, только убить могу. Хорошо, хорошо. Испоганься. Так, давай, Сережка, удивляй нас. Сейчас. Надо взять... Кого взять? Что вы отгадали. Да. Так, это мне кажется... Блин, он раньше брал Фантом Фредди. Так. Да, да, да. Теперь, блин, у них звуки похожие, непонятно. Издавай, Серега, издавай, издавай. Мы сейчас... Ну и кто вы думаете это? Нет. Фантом... Ладно, Фантом Фокси, я тоже так думаю. Фокси. На! Угадали, молодцы! Кошак молодец! Ай-яй-яй, красавчик! Получай, Серега. Пулей в голову. Молодцы, холодцы! Ну а что ж еще делать? Испоганится только. Так, следующий, пожалуйста. Сейчас, подождите. Я думаю, кого бы взять такого? Чтоб опять нас замочить. Классно, что никак не подглянешь за эту шторку. Нигде ни щели, ничего нет тут. Никак. Бэкграунд переоденется. О! Кто, подождите, не кто понимаю. Это? Это Рыгун. Какой Рыгун? Ну, он рыгает. Не, это не рыгака. Серега, давай еще звуки какие-то. А, это мне кажется спринтрап, который вот этот фантом. Я отвечаю, что это спринтрап фантом. Да ты задрал фантом спринтрапушкин. Я был близок. Ну блин, еще б чуть-чуть и мы угадали. Сейчас, сейчас. Сейчас должны угадать. Вот сейчас я чувствую, мы угадаем. Твистед кто-то. Ты думаешь? Именно. Серега, тяжело угадать. А может все-таки это CDKFG? Возможно, вдруг он подумал, что мы не отгадаем. Да, давай его берем. А ты за... Я вас не убил, я. Ну и ладно, ладно, ладно. Это Твистед 100%. Я думаю, это Твистед Голден Фредди. А я думаю, что это Твистед... Твистед... Твистович. Я не знаю, кто это. Я думаю, это Вульф. А я думаю, Твистед Бонни. Давайте угадаем.
Открываем? Кто не угадает, того убью. Я убью. Тогда убил Фредди. Угадал у нас. Если вам понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.